Так, девочки, я думаю, меня нормально видно. Привет, девочки, и сегодня мы будем делать макияж с палеткой-новинкой Essence. Это палетка из серии городов, палетка Bonjour Montreal. И я, девочки, давайте, девочки, я вам еще покажу. Эту упаковку просто, это необыкновенная красота. Очень они красивую выбрали панораму. Просто вау. Монреаль, если честно, ну, название-то я слышала, но мне кажется, я ни разу про этот город, про Монреаль ничего не смотрела. Вот надо поинтересоваться. Это город в Канаде. По-моему, в Канаде есть французскоязычная половина. И оттуда я знаю... Да, вот это, наверное, столица Монреаль будет. Я знала девочку из Квебека. И есть англоязычная. Там столица Торонто. Вот. Так, меня нормально видно? Вроде нормально. Сейчас вот так поправлю. Ну, и это все, что я знаю. Про Торонто я... у меня одна подружка там заканчивала языковые курсы, но про город она ничего не говорила. Она не из тех, кто любит путешествовать, прям смотреть на архитектуру, интересоваться музеями. Вот это точно не про нее. Поэтому про город я так ничего не узнала. Узнала только про языковые курсы, больше ничего. Вот. А так знаю, что там в Канаде не так просто живется. О, девочки, из Канады же это... как ее? Соня Есьман. Соня Есьман, она из Канады была, сейчас вроде в Соединенных Штатах, но я не очень слежу за ней, просто как-то я случайно натыкалась на ее видео пару лет назад. Очень милая девушка, но как-то тот контент, который она двигала, мне неинтересно было смотреть. Так. Девочки, здесь вот такая палитра. Или, наверное, надо вот так показать вам лучше. Вот. Очень спокойная, очень носибельная на каждый день. И, девочки, вот именно вот эта палетка сейчас раскуплена везде. Она раскуплена на сайте Rossmann, она раскуплена на сайте Essence. Ее реально раскупили. Но мне кажется, опять же таки, кто-то из блогеров похвалил именно ее очень из больших, и так всегда. Я уже не первый раз замечала, что некоторые там лимитки или палетки не пользуются спросом, но как только их кто-то хвалит, так сразу все. Палетку уже не найти онлайн, надо ждать. Ну, я вам рассказывала, девочки, про то, как я заказывала, да, что... У меня заказ Rossmann пошел, что-то пошло не так, и когда я это заметила и решила заказать еще не палетки Чао, как там, Чао Венеция, не Монреаль, не было в стоке у Rossmann, и мне пришлось заказывать у официального Essence сайта. Так. Ну, вот этот, он такой банановый, девочки, оттенок, хотя он смотрится таким нейтральным, но вот мне кажется, он немножечко в желтинку уходит. Так, здесь какой макияж не сделаешь, он получится очень спокойным. Хотя можно красный и зеленый сделать, но мне кажется, у меня уже такой был макияж, мне хочется чего-то новенького. А в складку века я, наверное, возьму, девочки, так... Вот этот коричневый, матовый. Ну, мне кажется, это, в принципе, вполне себе логично. Ой, а он очень... Девочки, а он довольно интенсивный. Я сейчас пятно поставила. И это пятно мне нужно будет растушевать. Так, сейчас возьму другую кисть. Так, и возьму немного, наверное, от светлого оттенка. Буду его тушевать вместе со светлым, чтобы сделать его не таким темным. Так, ну мне кажется, теперь опять нужно добавить. Вот не ожидала я совсем прям такого.
так совсем аккуратненько надо растушевывать, потому что очень легко растушевываются денюшки. Дымку, а я же не совсем дымку хочу. Так. Можно было бы вот здесь еще добавить. Вот, симпатично растушевался. Теперь можно вверх чуть-чуть растушевать дымку. Так, девочки. Может быть, пойти по классике? Вы знаете, давайте я уголочек, в уголок возьму вот этот, а на подвижное веко я возьму. Хочется поэкспериментировать немножечко, девочки, не знаю. Давайте я начну, а там будет видно. Вот совсем уголок хочу темное. Темный оттенок. Сейчас его чуть-чуть растушую. И вот здесь делаю на другом то же самое, а то я забуду, что я здесь делала, что я на другом делала. Так. И здесь тоже. Много его растушуем. Тушуем складку века. Ну, чуть-чуть осыпается, но это, наверное, я очень много продукта взяла. Потом сделаем проверочку. Так. Ну, раз тут зеленый, даже не знаю. Наверное. Может быть, я возьму сначала золотистый, а на него наложу зеленый. Давайте пойдем так. Очень яркий. Очень яркий оттенок. Можно было бы и так, девочки, оставить. Мне кажется, сюда прям напрашивается красная помада. Смотрите, девочки, можно вот так оставить и все. Где-то у меня темный был. Его еще раз вот так вот добавить. Утвердить. И опять можно залезть чуть-чуть, тушевать, чтобы было так нежно. А, девочки, у меня уже есть тушь на ресницах. Сейчас вам покажу, как получилось. Ну, неудивительно, что ее немки раскупили. Здесь, если любят краситься, то вот так вот спокойно довольно. Но мы сейчас с вами пойдем дальше. И добавим сюда зеленого, девочки. Давайте еще. Так, концентрируйся. Не хочет, да, концентрироваться, девочки. Сейчас добавим на серединку зеленый. Побахнем зеленым. Сделаем сумасшедший макияж. Сейчас сделаю вам, девочки, сводчи. Ну, он лег. Хорошо. Перекрыл золотистый, девочки, он очень пигментированный. Осыпался, конечно. Хотя я взяла плоскую кисть, такой он. Осыпающийся немножечко. Так, и в уголок глаза мне нужно добавить, где у меня какая-нибудь кисточка.
Или что-нибудь, пожалуйста. Сейчас, девочки, вот, есть у меня здесь спонжик. Так. И добавлю я вот этот розовенький. Уголок к глазам. Так. Очень классно смотрятся тенюшки. Ну, довольно спокойно. У них нет слишком много блеска, блесток. Я бы сказала, такие сатиновые тени, ну, по крайней мере, на дневное освещение. Единственное, что нужно мне убрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осыпался, знаете, какой золотистый. И все, нужно смывать. Смывай, девочки, консилер. Так. Но стряхнуть бы все равно не получилось, потому что они такие довольно прилипчивые. Мне бы постоянно казалось, что у меня что-то чумазо под глазами. Так хотя бы буду точно знать, что я все смыла. Так, девочки, вот все смываю, убираю. И сейчас лучше заново нанесу. Сами оттенки классные. Мне кажется, сюда можно еще зеленый на нижнее веко нанести. Хотя, если честно, я считаю палетку скучноватой. Мне здесь оформление нравится больше, чем сами оттенки. О, как красиво смотрится. Зеленый на нижнем веке. Угу. Так, нужно все-таки замазать мои синяки. Вроде спала хорошо. Я никогда, девочки, не могу угадать, когда, почему у меня сегодня замечательный цвет кожи под глазами, а вот сегодня не очень. То есть вчера, например. Хотя я не поспала ни много, ни мало, нормально. Легла в 11, проснулась в 8. Это же идеально. Дай бог каждому столько сна. Итак, девочки, если честно, я не хочу ни карандаш наносить, я не хочу наносить ни стрелки, ничего не хочу наносить, я хочу оставить вот так. Какой-то макияж сам по себе. Но ладно, осыпания эти можно простить, потому что, ну, это не редкость у Essence. Но иногда бывает, знаете, иногда одну и ту же палетку у меня бывает, иногда крошится, иногда нет. Девочки, вот такая вот палитра. Давайте сделаю сначала swatch, потом я накрашу теми, которые сегодня я делала, девочки. Макияж. Вот три оттенка использовала на руках, даже они как-то прям классно смотрятся. О, вот этот прям бронзовый, шикарный, очень пигментированный оттенок. Зеленый. Так, и вот эти я использовала. Матовый. Тоже покажу вам на пальцах их. И перенесу. Вот, девочки. Сегодня у нас была с вами вот такая палитра. Ну, давайте я уже и другие, которые даже не использовала, все равно вам просвочу здесь. Коричневый, сатиновый, бронзовый, знаете, такой бронзово-коричневый и красный. Вот они. Ну, красный не такой яркий. Если использовать его в коричневых, он может даже вообще там потеряться. Зеленым будет контрастно смотреться. Так, девочки, и пришло время красной помады. И красную помаду, если у меня здесь Just Have Fun. Она красная.
Я испачкала, что ли? Ну-ка. Да, я ее в какую-то помаду испачкала. Такая вот помада, не совсем прям красная. Можно было бы и покраснее выбрать. Так, а это что у меня? Red Square у меня здесь нету. Perfect Match недостаточно красная, что по мне. Так, сейчас сравним, какая лучше пойдет. Наверное, все-таки вот это, да? Это подсва, девочки, бренд, который заменили на тренд этап в магазине ТМ. Он ярковато слишком. Очень ярко тоже. Не подходит она сюда. Так, девочки, сейчас залезем сюда и возьмем какую-нибудь осеннюю помаду из моей коллекции. О, старая версия Манхэттен пойдет. Вот это то, что надо, красный. Вот, вот такой красный я хотела, вот такой. Угу. Просто не слишком яркий. Но в то же время ягодный такой оттенок. Так, мне по времени, наверное, надо уже выходить, девочки. Или она слишком в розовый уходит? Ну, вроде ягодная. Можно было бы, знаете, какую помаду, которая в коричневый уходит. Ну ладно, пусть будет по контрасте, не страшно. Все, девочки, покажу вам вблизи макияж еще раз. Хотя, мне кажется, я его показывала только что. Я не забыла. Помада, все сводчи и сама палеточка. С палитрой внутри. Все, девочки, на этом я буду заканчивать видео. Мне уже пора бежать. Всем хорошего дня, хорошей недели, хороших выходных. Я очень-очень-очень рада, что мы с вами встретились, сделали макияж при дневном освещении. Но сейчас вот темнеет еще очень-очень рано. И пару месяцев, но будет опять дневное освещение. А так, к сожалению, очень часто будут мелькать видео с искусственным освещением, но вроде лампа довольно яркая. Все, девочки, всем пока-пока. До следующего видео.